Здравствуйте. Давайте сейчас посмотрим одно видео, где заключенный, предположительно заключенный, везет надзирателя своего на телеге. Заключенный просто как запряженный, как лошадь, везет своего надзирателя, чтобы тот не промочил ножки. Ну или просто, может быть, ему лень идти. И вы знаете, это ведь хорошее видео на самом деле, потому что совсем недавно, вот буквально недавно, мы же видели совсем другую картину, когда одни заключенные, да там и надзиратели тоже принимали участие, совали другим заключенным, насильно, конечно, всякие предметы, такие как швабра, бутылки, в разные места, не предназначенные для этих предметов совершенно. А сейчас всего лишь только запрягли в телегу, скажет правозащитник, автор проекта «ГУЛАГ.Инфо» Денис Солдатов. Добрый день, Денис. Ну вот как вы прокомментируете это видео? Я считаю, что если на этом видео действительно изображен заключенный и сотрудник ФСИНа, то, конечно же, права заключенного здесь нарушаются. Более того, заключенный подвергается определенному виду унижения. Но идентифицировать на 100% мы эту ситуацию не можем, кто бы там что ни писал, пока непонятно, где она произошла. Я думаю, какое-то разбирательство и расследование произойдет. В любом случае, когда заключенный подвергается унижению, когда нарушаются его права, в том числе гражданские, в том числе как человека, в том числе он унижается не только физически, но и морально, здесь всегда является... Это всегда будет нарушением со стороны ФСИНа. И я считаю, что ФСИН должен провести определенное расследование, разбирательство по этому поводу и наказать виновного. Но при этом я также хочу заметить, что так как это видео комментирует, допустим, тот же блогер Шарий, и хочу об этом сказать, что Шарий – это как бы человек, который постоянно ворует какую-то информацию из российских источников, в том числе о военнопленных, которые находятся. И комментарии его, очень, кажется, двоякими. Это во-первых. А во-вторых, я могу сказать со всей уверенностью, что положение заключенных на Украине в несколько раз хуже, чем положение заключенных в Российской Федерации. Лично моя точка зрения, что в отношении сотрудников СИН должна быть начата служебная проверка. Я считаю, что он превысил свои полномочия. Он унижал заключенного. Он унижал его честь и достоинство, и сотрудник ФСИН должен понести самое суровое наказание за это преступление. Я считаю, что это преступление.